брызги воды и детский смех. Так 1 мая отметили в Рыбнице. Запустили 3 фонтана в парке у Дворца культуры и на микрорайоне Южный. Мы очень рады, мы очень ждали этого события, особенно дети. Они всю зиму спрашивали, когда же будет открытие. И вот, наконец, дождались. Мы часто приходим, часто гуляем здесь. Нам очень нравится. С ребяшкой приехали из Москвы. Вот, нравятся фонтаны. Город изменился очень. Давно здесь не был. Сейчас еще в парк сходим, посмотрим тоже. Вот так собираемся на природу поехать сейчас тоже. Строится. Очень красиво очень здесь. Очень красиво. Еще один первомайский подарок – аттракционы. Открыли карусели, батуты и впервые запустили электромобили. Для гонщиков сделали крытую площадку. Можно кататься в любую погоду. Билет стоит 10 рублей за 5 минут для малышей и 15 для взрослых. Как будто я катаюсь на настоящей машине и припарковался, все круто. Я представляю себя гонщиком. Это мои любимые аттракционы. У меня была машина цвета розово-голубая. И меня один раз сбили. Теперь я хочу настоящую машину. В Слободе запустили фонтан влюбленных. Тренд поддержали и в Чебрычах. Теперь можно сказать официально, фонтанный сезон открыт везде. От Рыбницы до Бендер.